нужно мне тоже такого рода любовь? Я что, многого прошу? Ты не поверишь, что сейчас произошло. А слышь, что случилось с твоей головой? С головой все в порядке. Угадай, кто в отеле? Кто? Быстрее говори. Вулкан! Ничего себе! Не могу поверить! Твоя судьба пришла к тебе сама. Это не может быть совпадениями. Между вами что-то будет. Да что может быть? Я поговорила с ним 2 минуты, и вот что случилось с головой. А что случилось? Он узнал тебя? Вначале не узнал. А потом, когда я ударилась головой и вылила на него газировку... Ну нет, ослы. Немного плохо сложилось. Не так уж и плохо. Когда у меня кровь пошла, он начал заботиться обо мне. Очень романтично. Ладно, я пошла. Я у бассейна, удачи. Добро пожаловать, что будете? Можно газированной воды? Привет. Привет. У меня перерыв, я шел в столовую. Если хочешь, можем вместе пойти. Хорошо, сейчас отнесу заказ, я тоже очень проголодалась. Хорошо. Хорошо тогда. Хочешь яблоко? Можно. Сядем тут? Да, давай. Ну как? Тебе нравится тут? Да, еще как. Если бы не ты, то мы давно бы уже вернулись в Стамбул. Хорошо, что не вернулись. Интересно, он меня увидел? Подойдите, пожалуйста. Может, ты подойдешь? Хорошо. Слушаю вас. А можно вон та девушка ко мне подойдет, пожалуйста? Хорошо. Он хочет, чтобы ты подошла. Можешь сказать, что я занята? Она немного занята. Может, я вас обслужу? Скажите ей, что я жду. Пускай сейчас же подойдет. Тебя ждет. Сказал, чтобы ты подошла. Заметил, что я пытаюсь держаться от тебя подальше. Почему ты настаиваешь? А что ты тут делаешь, если хочешь держаться от меня подальше? Что, не нашла другого отеля, где можно поработать? Какое тебе дело, где я работаю? Господин Бурак, какие-то проблемы? На самом деле проблема есть. Ну, то есть проблема была, но... Госпожа Слы помогла. Все решили. Я хочу вас поздравить. Вы действительно выбрали самых лучших. Каждая сотрудница прям лучше другой. Спасибо. Слышать это от вас нас радует.
Приятного отдыха. Видишь, на что я пошел ради тебя. Если будешь заказывать, то заказывай сейчас же. Принеси колу. Ну, она без льда. Можно со льдом, пожалуйста? Так ты собрался мстить за вчерашнее? Заставляя прислуживать тебе? Для начала, да. Но у меня, конечно, есть еще получше планы, не переживай. Я делаю все, что ты хочешь, потому что чувствую себя виноватой из-за того, что испортила твою одежду. Поэтому лучше не выводи меня из себя. Здесь нет лимона. Слушай, что-то не очень. Принеси мне, пожалуйста, вишневый сок. Я передумал. Принеси, пожалуйста, газированной воды. Слушайте, а можно минералку? Пожалуйста. Со льдом и с лимоном. Ну, кто тебе сказал, что я хочу пить минералку в таком виде? Принеси без льда и без лимона. Хорошо, сейчас же будет. Без льда и без лимона. Сумасшедший! Еще немного и задушил бы меня. Да это ты меня чуть не задушила. Лучше бы задушила. Почему ты потянул меня в бассейн? Да откуда мне было знать, что ты не умеешь плавать? Ты и плавать-то не умеешь. Ну, работаешь у бассейна, вот ты даешь. Ослы, что ты о себе возомнила? Ты знаешь, с кем сейчас ругалась? Да, знаю. С каким-то идиотом. Ты ведь не думаешь, что я оставлю это так? Я должен тебя наказать. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...